СТО-43. Диагностика и техобслуживание автомобилей, заказ запчастей прямо на месте. Также ремонт двигателей и любых видов коробок передач. СТО-43. Чапаева 5, корпус 1, Московская 72. Телефон 73-98-98. Полиция разыскивает мужчину, который похитил деньги с чужой банковской карты. Это произошло в магазине на улице Ивана Попова. Неизвестный мужчина оплатил покупки и попросту скрылся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его приметы. Подробности в рубрике «Сводка». Судя по походке, вероятный похититель чужих денег был под шофе. Скорее всего, банковскую карту он нашел на улице и поспешил потратить деньги в мини-маркете на Попова 28. Видно, что мужчина в маске сначала достал карту, а затем сделал заказ. В итоге за покупки все же придется расплачиваться. Полиция разыскивает этого любителя легких денег. Если вы узнали мужчину на видео, звоните в полицию по телефону 51 96 20. В Охренках в 5 утра сгорела пилорама. Возгорание ликвидировали 7 пожарных расчетов. Огонь не перекинулся на жилые постройки. В итоге пострадала готовая продукция, а также сгорели станки. По предварительной версии, возможно, именно они стали причиной пожара. Сейчас идет проверка, не исключается и версия поджога. На улице Красина в 3 часа дня произошел пожар в школе номер 32. Детей в момент ЧП в здании не было. Учеба была только в первую смену. На место возгорания выехали 4 пожарных расчета. Как выяснилось, в одном из кабинетов в кабель-канале тлела электропроводка. Пожар ликвидировали с помощью огнетушителя. Сейчас по факту пожара идет проверка. До понедельника обучение школьники будут проходить дистанционно. Михаил Вагин, Дмитрий Бритвин. Место происшествия.